Вы смотрите видео об отеле Centrum Hotel Sultan Ahmed. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Centrum Hotel Sultan Ahmed расположен в стране Турция в регионе Стамбул и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. 14 километров от аэропорта Г, Стамбул в районе Серкиджи. Район Серкиджи расположен у входа в бухту Золотой Рог, севернее Султан Ахмета. Известен прежде всего тем, что здесь расположен огромный терминал Серкиджи, являющийся одновременно железнодорожным, морским и автобусным вокзалом. Улицы этого квартала полны магазинов и магазинчиков. Недалеко от Галатского моста через бухту Золотой Рог расположен рынок специй. На территории отеля имеется один ресторан, один бар, один конференц-зал, спа-центр, оздоровительный центр, лифты, сейф на ресепшн, обслуживание номеров 24 часа, беспроводной интернет, Wi-Fi бесплатно, прокат автомобилей. В номерах есть ТВ с российским каналом, центральное кондиционирование, мини-бар, сейф, ванная, фен, телефон, халаты и тапочки, ковровое покрытие или паркет, беспроводной интернет, Wi-Fi бесплатно. Номерной фонд отеля состоит из: общее количество номеров 49, 48 стандарт румс, 13, 16 М2, 1 комната, максимум 3 человек, 1 суит 20 квадратных метров, 1 комната, максимум 4 человек. За дополнительную плату имеется массаж, сауна, турецкая баня. Год постройки гостиницы – 1998. Год, когда был сделан последний ремонт – 2004. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.